Теперь немножко об интерактивности, поскольку мы двигаемся в сторону VR и, соответственно, в сторону интерактивности VR. Нам понадобится специфическая механика интерактивности. Если для ПК мы можем обойтись клавиатурой, мышкой какими-то, чем еще, я не знаю, игровым контроллером, геймпадом, то для виртуальной реальности, тем более для мобильной виртуальной реальности, мы не можем, в общем-то, сразу начинать с такого изобилия девайсов, потому что пороговый стартовый уровень – это куда смотришь, с тем и взаимодействуешь. Это парадигма мобильной виртуалистики. Куда смотришь, с тем взаимодействуешь. То есть с этого мы должны начинать все наши механики. А потом дальше уже расширять с использованием любых девайсов, каких угодно. Однако нам нужно иметь какую-то точку отсчета. По поводу мобильной виртуалистики и ПК виртуалистики и виртуалистики психологии — это отдельная тема, отдельное видео посмотрите. А здесь сейчас нам что нужно сделать для практикума? Собрать какую-то простенькую сценку, например, какую-то плоскость получить. Вот она куда-то улетела у нас. Мы ее вот таким образом вернем. Вот у нас есть какая-то плоскость и, например, кубик, какой-то 3D-объект куб, какой-то 3D-объект сфера. Вот с таким количеством объектов мы можем уже что-то делать. Чтобы было интереснее, поставим directional light. Ну, как-нибудь, например, вот так. К примеру, чтобы как-то смотреть. И пусть камеру мы тоже поставим вот отсюда. Align with view. Пусть у нас камера вот отсюда смотрит. Вот мы видим то, что видит камера. Так, directional light. Пусть будет чуть-чуть менее интенсивный. Вот так. Есть кубик, шарик, плоскость. Что есть у этих кубика, шарика, плоскости? Вот есть кубик, у него есть бокс-коллайдер. Коллайдер нужен для столкновений. Ну, есть такое слово — коллизия. Коллизия, вот что-то столкнулось, коллизия интересов, или там, не знаю, коллизии. Говорят, попал, вот такая коллизия была. Или там, например, такие коллизии. То есть столкновение. Поэтому коллайдер — это то, вот, что нужно для столкновений. И у куба будет бокс-коллайдер, это всего лишь форма этого коллайдера. У сферы будет сфер-коллайдер, у плоскости будет меж-коллайдер. То есть сама геометрия работает как коллайдер. То есть форма коллайдера соответствует форме геометрии. Вот это меж-коллайдер. А у этих объектов вот специфические коллайдеры, плюс еще есть капсул-коллайдер, то есть их не так уж и много разновидностей. Значит, плюс для столкновения, вот если, к примеру, мы вот так вот производим вот такое действие, и по идее сфера сталкивается с кубиком, но поскольку они не являются твердыми телами, и поскольку это не происходит при определенных обстоятельствах, то есть мы вот просто тащим, но мы не в рантайме, поэтому объекты совершенно спокойно проходят друг против друга, и никаких столкновений между ними не происходит. То есть, во всяком случае, система не видит, что объекты сталкиваются. Для того, чтобы мы как-то дали движку понять, что эти объекты столкнутся, нужно задать определенные инструкции и условия, при которых будет считаться, что столкновение произошло. В общем-то, что нам и нужно произвести? Чтобы произошло столкновение двух объектов. Это будет некая стартовая интерактивность, элементарная интерактивность между объектами. Просто отследить их столкновение и произвести какое-то действие.
Для начала я создам скрипт, который будет называться Interact Start. Ну, к примеру, так. И добавлю этот скрипт сразу же к кубу. Interact Start. Добавил его к кубу. Теперь захожу в этот скрипт. Сразу же, что мне нужно сделать? Уберу сейчас все лишнее. Что нужно сделать? Значит, если будет происходить столкновение, значит, мы должны это столкновение отследить. Для этого предусмотрено специальный зарезервированный метод. Называется он onCollisionInter. Так, что-то я тут написал неправильно. Значит, теперь, поскольку у нас есть onCollisionInter по столкновению, что должно происходить? Что происходит при столкновении двух физических объектов? В них есть точка столкновения, то есть есть некая коллизия. И в аргументах мы должны сказать, что коллизия произошла. Вот коллизия, как которая произошла, вообще коллизия. В общем, в аргументах у нас есть теперь вот такой аргумент, мы называем его collision. И collision — это вот, собственно говоря, тип этого аргумента, можно так сказать, collision. Это столкновение. То есть таким образом мы внутри метода, этот метод, если произошло столкновение, вот столкновение получено, мы его получили. Значит, метод получил это столкновение, и мы что-то можем делать дальше. Если же никакого столкновения не произошло, этот метод ничего не будет производить. Значит, как только столкновение произошло, это столкновение сразу отправляется как аргумент. Вот этот объект с чем-то столкнулся. Значит, вот это столкновение произошло, и вот этот аргумент теперь попадает в метод. Метод будет обрабатывать все, что происходит с этим аргументом. Теперь нам нужно взять for each, который мы уже рассмотрели. For each. Для всех. Для всех чего? Если произошло столкновение, то у нас есть точка контакта. Значит, нам нужно указать, что произойдет с этими точками контакта. Для этого у нас есть contact point. Это тоже некий элемент вот этого класса или метода, как хотите. Contact point. И мы назовем его контакт. То есть это тип, а это вот контакт, сам контакт, с которым мы имеем дело. In в collision. Контакт. Вот так это будет выглядеть. Для каждого контакта
контакт поинта контакта в столкновении и его контактах. Потому что у нас же объект может сталкиваться с многочисленными другими объектами. К примеру, у вас там куча шариков, и они друг с другом как-то сталкиваются случайным образом. Значит, один шарик может столкнуться с несколькими другими, и у него будет несколько точек контактов. И таким образом нужно, что вот любой контакт, какой произошел, любой, произведет какое-то действие. Вот здесь теперь for each мы его будем задавать. Но при этом с шариком одновременно могут столкнуться три другие шарика, к примеру. И тогда произойдет три точки контакта, а значит три столкновения. И тогда нужно будет действие произвести три раза для каждой точки контакта. А теперь мы можем задать какое-то, что произойдет, если столкнется. Самое простое, это мы можем debug log, то есть просто в консоль отправить сообщение какое-то. Самое простое, что мы можем сделать, сказать now contact. Теперь произошло столкновение. Now contact. Теперь вот он, этот скрипт, который находится на кубике. И вот шарик. И если мы запустим рантайм и начнем шарик двигать, и вот вроде как столкновение произошло, ничего не происходит, и в консоль у нас сообщение не отправляется. Почему? Потому что коллайдер есть, но оба объекта не считаются физическими. То есть это не физические объекты, это некие вот просто формы. И да, коллайдер у них есть. Но физика не рассчитывается. Для того, чтобы рассчитывалась физика, следовательно, столкновение, нам нужно добавить компонент, rigid body называется. Если вот для добавления компонента вы нажали кнопочку, и здесь вы пишете начальное слово, rigid, например, вот, и выпадает у вас, что вы можете добавить, какой компонент, rigid body. Не rigid body 2D, а просто rigid body. И поскольку мы не хотим, чтобы у нас объекты сразу падали, там проваливались и так далее, мы use gravity пока убираем. Для кубика то же самое. Add компонент, rigid body и gravity убираем, чтобы гравитации не было. Теперь, когда мы запускаем рантайм, берем наш шарик и вот так бумс. Вот, произошло столкновение, now контакт. Шарик еще раз, бумс. Еще раз, еще один контакт, уже вот два их тут. Бумс, бумс, бумс. И вон и шарик, и кубик начали как-то двигаться в невесомости, поскольку гравитации нет. И пять контактов произошло. Ну окей, если мы собираемся играться с этой сценкой, можем растянуть плоскость, чтобы побольше, чтобы не проваливались там объекты. И тогда и этой плоскости тоже rigid body задать. Вообще плоскости и не надо, в общем-то. Зачем плоскости и remove? Плоскости-то и не надо. Кубик приподнимем куда-нибудь повыше. Шарик куда-нибудь над ним, чтобы он на него угодил. Вот так. Запустим. Гравитации нет. Заставляем use gravity для сферы и для кубика. И смотрим. Бум! Вот аж сколько столкновений произошло так быстро. Поскольку они друг об друга там всяко ударялись и стукались, произошло сразу аж целых 23 столкновения. Если вот мы вот так чуть-чуть повернем, чтобы они там всяко по-разному отскакивали. Вот так. Вот два столкновения успело произойти. И шарик куда-то там покатился. Вот так, верну обратно на какое-то количество шагов. К
Как было? Сценку как было? Теперь по логике, если у нас произошло столкновение, то мы имеем некое событие, которое происходит. То есть вот столкновение произошло, когда произошло само столкновение. Тын! У нас произошло какое-то действие. То есть мы отправили дебаг-лог, или там, например, что-то произвели, какое-то действие, и все. Но, например, по логике вещей, когда два каких-то объекта имеют соприкосновение, и когда соприкосновение не происходит, то есть это два различных состояния. Когда контакт есть и когда контакт нет, все равно как цепь. Вот она либо разомкнута, либо сомкнута. И ток либо течет по проводам, либо не течет. То есть у нас дискретное состояние существует. Либо столкновение происходит и отслеживается, либо не происходит и не отслеживается. А в данном случае у нас есть только столкновение. Вот мы столкновение отследили и все. То есть у нас нету дискретности этого события. И вот, к примеру, для того, чтобы эту дискретность производить, существует так называемый триггер. Вот здесь у коллайдера есть такая строчка, такое поле, переменное точнее, у компонента коллайдера, у любого, у сфер коллайдера, у любого. И есть триггер. И галочка там по умолчанию выключена. Так вот, если ее включить, то объект, точнее коллайдер, становится триггером. То есть он начнет столкновение отслеживать как некое дискретное событие. То есть вот произошло столкновение, и оно есть. Или, например, столкновение разомкнуто, то есть контакта нету между объектами, и, следовательно, события нет. Вот такая вот дискретность. И поэтому с триггером в каком-то смысле гораздо правильнее работать. То есть для того, чтобы выстроить механику интерактивности, мы имеем возможность отслеживать вот такое булевое состояние. Есть контакт, нет контакта. И здесь гораздо больше действий можем производить. Поэтому мы можем убрать теперь on collision inter. Он нам не нужен, мы с него начали. И использовать пустой метод, тоже зарезервированный, on trigger inter. То у нас было столкновение, а здесь триггер. Триггер это то, что запускает какое-то событие. И сразу же мы можем второй метод воспроизвести. On trigger exit. То есть выход из триггера. Теперь мы должны триггеры воспринимать как некую зону, как некую область столкновения коллайдеров. То есть теперь коллайдеры не могут друг через друга проходить совершенно спокойно. Но в тот момент, когда у них возникла зона пересечения, с момента точки контакта и вплоть до зоны пересечения, это считается, что он триггер интер. То есть а объект столкновения вошел в зону триггера вот этого объекта, на котором скрипт висит. То есть этот скрипт висит на кубике, и, следовательно, кубик является зоной столкновения с любыми коллайдерами. Если любой коллайдер, соответственно, который вот в него войдет, он будет запускать, триггер запустится. То же самое, как только столкновение закончилось, объект столкновения вышел из зоны триггера, значит, произошло другое событие. То есть это другая, как бы, дискретная составляющая вот этого механизма столкновений.
Здесь мы аргумент уже получаем коллайдер. Если в коллизии он коллизен интер, мы брали как аргумент столкновения коллизион, то здесь мы берем коллайдер. И, например, зададим ему call, сокращенную аббревиатуру такую. То есть это тип аргумента, а это вот аргумент коллайдер. Ну и здесь то же самое. Коллайдер, call. Теперь все, что мы производим внутри триггера, это события, которые должны происходить, когда произошло столкновение. И вот в данном случае мы будем производить какое-то событие по условию, что если коллайдер, а это GameObject, и возьмем его имя, name, точно будет соответствовать какому-то определенному имени, например, там hit obj, вот так, к примеру. Если имя будет именно такое, то, следовательно, что-то у нас произойдет. Что-то там произойдет, отправим debug, log, is trigger enter. Вот так вот, чтобы было вот прям совсем видно. Is trigger enter. То есть в trigger вошел коллайдер. Произошло столкновение. Теперь мы можем все это скопировать. То же самое подставить сюда. И unTrigger, например. Все, триггер не отслеживается. Теперь вот у этого объекта, у кубика, поскольку это его скрипт, это на нем триггер оказался, мы у него из триггер включаем. Вот мы включили из триггер. И теперь, когда мы запустим runtime, так, вот ничего не происходит. По какой причине? А потому что объект у нас не называется вот так, как мы назвали. Hit object. Значит, мы вот эту вот сферу, мы просто ее переименуем. Вот как переименовать? Можно вот так правой кнопочкой нажать, выбрать rename. Ну и то же самое, просто нажать второй раз. То есть не двойной щелчок, а просто такой два раза нажать. И все, hit obj. Теперь. Вот теперь у нас происходит два действия. Вот так очищу консоль. Как только объект совершил столкновение, считается is trigger enter. Все. У нас произошло событие, и оно продолжает происходить. То есть оно все еще происходит. Вот сейчас объект находится внутри триггера, и это событие продолжает происходить. То есть контакт существует. Как только объект покинул зону триггера, все, произошло событие, которое воспроизводит onTriggerExit. Наш hitObject вышел из зоны триггера. И вот так можно многократно это производить. Вот циферки растут. Сколько этих событий произошло. Ну и чтобы это было визуально нагляднее, к примеру, мы вот для разнообразия awake
Я использую метод, который происходит до старта, то есть еще раньше. Здесь я проинициализирую цвет объекта. Ну, самый такой наглядный способ. Material, color. И пусть будет color зеленый. Пусть будет цвет зеленый. И, соответственно, вот когда столкновение закончилось, цвет тоже заменится на зеленый. Цвет поменяется на зеленый. А вот когда столкновение существует, то есть есть контакт, пусть цвет будет красный. Вот так. И теперь это будет даже нагляднее, чем с консолью. Вот так. И можно в консоль не смотреть. А теперь нам нужно чуточку углубиться в понимание вот того, что мы тут делаем, что мы вообще можем сделать. Надо нам идти на Unity. Unity3D.com. Сайт. Изучение. Документация. API скриптов. И в разделе Unity Engine здесь есть три раздела API. И здесь есть три раздела. Нам нужен Unity Engine. Classes. Вот здесь все основные классы, которые используются больше всего. И все вот не специфические, потому что специфические они вот отделены отдельно. Unity Engine Audio. То есть это внутри пространства имен Unity Engine. Что такое пространство имен? Вот оно, Unity Engine, верно? То есть это системная библиотека, системное пространство имен, виндовское, так скажем. А вот это Unity Engine. То есть это то пространство имен всех вот этих зарезервированных методов, всех типов этих классов, методов. Все оно вот описано здесь. Это Unity Engine, Classes, классы, какие классы есть. Вот я их как-то путаю, не очень силен в терминологии. И это классы, это классы. И вот, к примеру, мы смотрели, что Collision, да? Collision. Вот существует такой класс Collision. И вот есть вот такие вот различные, что мы можем внутри этого класса использовать и как. Вот описывает столкновение. Что такое коллайдер? Коллайдер, с которым мы столкнулись. То есть вот исследование этого класса Collision и что у него внутри имеется. Вот после точки пишется то, что внутри него имеется. И потом опять точка, еще что-то. Образно это вот этот способ вот можно представить как страна, точка, город, точка, улица, точка, дом, точка, там дальше подъезд, точка, квартира, точка, комната, точка, например, шкаф, точка, ящик, точка и так далее. То есть сколько их там может быть внутри этих, как матрешки, сколько у них может быть этих вложенных методов, вложенных каких-то элементов этого класса. Ну вот, к примеру, да, коллайдер. Или, например, контакт. И вот здесь то, что мы использовали. Ну, здесь вот немножко другой. Он collision stay. И вот контакт. Контакт, контакт point. Как использовать. То есть здесь существуют какие-то определенные примеры того, как в скрипте это можно использовать.
Поэтому, в общем-то, никакая книга не заменит документации. Документация описывает абсолютно все, что может пригодиться, все, что может быть в Unity. Причем это не в виде книги, а вот это то, что удобнее всего в работе. То есть книга описывает уже какие-то конкретные задачи, применение всех этих классов, методов в конкретных каких-то задачах. Причем очень специфических. Там, к примеру, как сделать шутер, стрелялку. Или там, как сделать, не знаю, архитектурную визуализацию. Даже такая книжка есть. А здесь вот для любых каких-то не ориентированных на специальные задачи вещей, вот очень удобно что-то найти, что-то посмотреть и вообще очень интересно изучать. И приходит на ум какие-то мысли, как и что можно использовать потом в дальнейшем. А поскольку довольно обширные области, ну, такие очень-очень много тут всего, то может очень много мыслей прийти, как что использовать. То есть постоянно приходится изучать. Ну, а изучать в процессе работы. То есть как что может подойти наилучшим образом. Что, какой метод, какой класс что делает. Вот, например, Collision. Идем дальше и смотрим физику. Вот нам нужна физика. Physics. Вот есть такой класс Physics и его статичные переменные и функции. Какие функции, какие переменные можно использовать? И вот в частности функции. А здесь есть очень интересные функции, называется raycast. Что такое raycast? Ray это луч, cast это, ну, пустить, как принять. Cast receive принять, cast отбросить, то есть отбросить луч. Это означает, что какой-то объект, в котором есть эта функция raycast, есть скрипт у этого объекта, и у этого скрипта есть raycast. Он может этот объект, соответственно, выпускать луч. Вот так это, к примеру, выглядит в raycast. Physics raycast. Вот так это выглядит. Вот он, physics raycast. И в аргументах указано, что вот из этой точки transform position, из этой точки в пространстве forward вектор 3, куда отбрасывается transform direction, вектор 3 forward, вперед, то есть по направлению forward это у нас ось Z, условно направление вперед. Не X, не Y, а Z. И третий аргумент у нас указывает, что вот описание. Третий аргумент distance или что у нас тут? Int layer mask. Ну и вот, соответственно, получается physics raycast, то есть луч выбрасывается луч, откуда, в каком направлении, какие объекты попадают под этот луч. Ну и, соответственно, какой длины этот луч, это вот здесь указано. То есть в каком направлении, в какую точку вектор некий выпускается. И что должно произойти? Print where is something front of object. То есть что-то впереди этого объекта находится. Вот такой простой способ выпустить луч. И в этих же здесь же функциях, например, raycast all – это столкновение со всеми объектами. Вот почему raycast такой простой способ, raycast all уже более продвинутый, усложненный, потому что, а их же может быть много там объектов каких-то, правильно, друг за другом находиться, и они могут друг друга перекрывать, ситуация может меняться. Вот они сейчас друг друга перекрывали, потом они уже друг друга не перекрывают. И нам нужно какой-то из них брать первый, который есть. И поэтому луч-то выбрасывается, и мы должны, значит, вот некое условие принять, при котором мы должны брать первую точку столкновения. То есть какая точка столкновения ближайшая, вот та и будет считаться столкновением. С тем объектом мы, получается, луч этот сталкиваем, как лазерный луч.
Вот лазер выпускается, и вот на что он наткнется первое, то и будет. А если это, к примеру, он лазерный луч наткнется на стекло, через стекло пройдет и уже в стенку упрется. То есть как какие-то разные могут быть ситуации. То же самое и с этим самым рейкастом. То есть, к примеру, может быть объект, который не должен, вот он впереди, он перекрывает другие объекты, но он не должен. Это столкновение нам нужно игнорировать. Поэтому тут мы уже можем более гибко оперировать этим лучом, столкновением и так далее. Поэтому мы используем вот Raycast All. Значит, вот это все должно находиться, этот скрипт должен находиться на объекте, из которого луч будет выпущен. И, соответственно, мы получаем некую точку столкновения с тем, во что луч упирается. Это как лазерный луч, и он во что-то уперся. И в этой точке мы можем спроецировать объект. К примеру, этот объект будет вот этот шарик. И тогда у нас вот есть камера, некая камера, откуда мы смотрим. И луч будет из камеры выходить куда? Вот по направлению оси Z, это forward, это вперед, то есть направление вперед, forward. Это вот ось Z, она здесь синеньким обозначена. Значит, луч будет выходить, и вот он во что-то упрется, в кубик или в эту плоскость. И в этой точке, куда он упрется, будет происходить, это будет hit point, то есть точка столкновения, hit point. В этой точке мы можем размещать наш шарик. А шарик-то у нас является особым, вот он сейчас hit object. И этот кубик реагирует только на этот шарик. И, соответственно, мы можем шарик перемещать по всей сцене. И куда он упадет, там и произойдет что-то, какое-то действие. С чем мы можем, вот с триггером можем запускать какие-то события. Попробуем воспроизвести это. Сделаю новый скрипт, create C#, назову его Raycaster hit pointer. Вот такое заумное название сделаю. Почему нет? И вот старт нам не нужен сейчас, а вот update, вот все это должно находиться в апдейте. Вот смотрим. Вот в апдейте. Почему? По какой причине Raycast All должен происходить в апдейте, потому что это должно происходить в каждом кадре. То есть в каждом кадре мы производим вот это столкновение. То есть в каждом кадре у нас меняется положение камеры, куда она смотрит, на что она смотрит. Оно все время меняется. Ну почему? Хотя бы потому, что вот вы крутите головой, да, и ваши глаза все время перемещаются вокруг. Вокруг, они смотрят, что вокруг. Соответственно, луч, направленный из зрачка, куда он попадает, он все время смещается, каждый раз. Если мы воспроизводим это действие внутри приложения, внутри игры, к примеру, то у нас камера все время будет как-то перемещаться, потому что вы меняете угол обзора, привычно вам производите осмотр вокруг, что вокруг вас. Игрок чем занимается? Он изучает игровой мир, и на основе полученных сведений вырабатывает какую-то концепцию, как ему себя вести. То есть игровую стратегию вырабатывает. Что вообще это такое? Он изучил игровую среду, он понял, какие там задачи, какие там закономерности, какая логика этой игры, что нужно делать. И предпринимает какие-то действия. Ему опять же нужно осматриваться, изучать, визуально как-то получать информацию об игре. Соответственно, игрок все время перемещается внутри игрового пространства и все время осматривается вокруг. А следовательно, в каждом кадре этот луч будет попадать на какие-то другие, на новые объекты. И в каждом кадре нам нужно получать столкновение. Выпускается луч, получили столкновение луча с какой-то поверхностью.
И, значит, разместили там объект, что-то начали дальше делать. Поэтому это должно происходить в апдейте. Потому что апдейт у нас производит вот все, что внутри находится в каждом кадре. И мы даже можем взять просто вот целиком все, что здесь вот у нас имеется. Так, апдейт вот до сих пор, судя по всему, я так понимаю. Вот так. Вот этот кусочек кода. И разместить его внутри апдейта. Вот так. Что нам здесь понадобится, что не понадобится? Вот этот аргумент не понадобится. Посмотрим потом, почему. И, в общем-то, вот мы переделаем некие условия, что у нас там должно происходить и как. Рендерер мы не будем никак менять. Вот ключевые элементы. Raycast hit. И квадратные скобочки открылось-закрылось. Это массив. Мы уже знаем, что это массив, раз здесь квадратные скобочки после вот этого Raycast hit'а. А это, соответственно, у нас тип. Тип чего? Тип столкновений. Raycast hit. Вот это ключевое слово. И оно здесь используется. Внутри этого physics Raycast all. И существует Raycast hit. Hit это столкновение. И, соответственно, вот у нас есть какое-то количество столкновений, которое попадает под луч столкновения с объектами. Их там может быть много. То есть луч сталкивается с множеством объектов, которые находятся друг за другом. Они складываются в этом кадре. Это все происходит в одном кадре. Они складываются в массив. Он имеет вот такая, это перемен hits, это его название. Это не переменная, это hits, это название этого массива. Вот они, это столкновения hits. И эти столкновения являются как раз вот тем, что physics raycast all, откуда он выпущен, этот луч raycast, и по направлению куда. Вот третий аргумент можно не указывать. Это по дефолту, какое количество слоев столкновений, с чем он должен сталкиваться. Ну вот здесь можно не указывать. Можно и указать. Вот, например, там в примерах было 100, к примеру, указано. 100 слоев там, что ли. Так это понять можно. Вот, raycast all. И вот первая, вот вторая, второй аргумент и integer layer mask default raycast layers. И вот, значит, raycast hit, у него есть какое-то количество переменных, которые имеют ключевое значение, то есть некие ключевые слова. Ну, к примеру, distance, collider, distance, normal, point, transform. Вот, к примеру, distance – это расстояние. А здесь вот в примере в этом показано, как используется этот distance. Вот, hit distance. Вот здесь так оно применяется. With distance from race origin to impact point. То есть расстояние до столкновения, откуда оно выпускается, докуда оно произошло. И вот они, эти переменные. А дальше мы смотрим, что. Дальше идет for для. И в этом массиве, вот чтобы дальше нам в этом массиве отсортировать, какой же hit point,
Какой raycast heat нам нужен, куда нам нужно его поместить, вот это происходит for. То есть for нам нужен этот цикл, чтобы прогуляться по этому массиву. И традиционные три аргумента внутри этого for. Это как бы не аргументы, я вот не помню, как называется то, что пишется через точку с запятой. Но то же самое, что начальный вот этот increment индикатор равен нулю. Затем, если он меньше hits, это вот количество хитов столкновений в массиве, его длина этого массива, сколько в нем этих элементов, то мы добавляем единичку. И, соответственно, у нас учтен каждый элемент в этом массиве. Каждый raycast hit. А поскольку этот массив все время меняется, он в каждом кадре заполняется, получается так, то этот for исполняется тоже в каждом кадре, что произойдет с этим массивом. И далее raycast hit. Вот он, hit, это уже один raycast. Если здесь массив, то здесь мы берем конкретный вот из этого for во всем в этом массиве. Вот во всем в этом массиве. Берем конкретный hit, это же цикл, и он исполняется все время, пока количество элементов, вот, пока их меньше, чем вот длина всего этого массива. Цикл исполняется. Поэтому он проходится по всему массиву и для каждого исполняет что? Вот он hit. Hits задает ему, каждому этому элементу, идентификатор. Инициализатор. Или как он называется? I. Надо будет освежить память по поводу вот этой терминологии. Что это такое? Здесь подставляется для каждого из них идентификатор. То есть, проще говоря, они нумеруются. Вот каждый из них получает какой-то номер свой. И по большому счету, вот эта строка нам здесь не нужна. А вместо этого мы выполним проверку на то, соответствует ли объект, вот с которым hits произведен. То есть, собственно говоря, это объекты. Вот эти хиты, это объекты, с которыми происходит столкновение луча. И тогда нам нужно брать проверку hits. Идентификатор вот этого элемента в хитсах. Точка. Трансформ. Возьмем его трансформ. И возьмем тег. Тег — это такая специфическая штука. Значит, некий идентификатор имени, присвоенный объекту, по которому можно производить проверку. То есть, вот, к примеру, в данном случае, если у этого объекта, с которым произошло столкновение луча, есть такой идентификатор, нам здесь нужно записать название тега, то дальше у нас произойдет что? Что дальше мы должны сделать? Дальше мы должны сделать условия, по которому у нас расстояние до объекта столкновения, до точки столкновения, точнее, луча с поверхностью объекта, какое-то расстояние должно быть. Вот какое-то расстояние. И если это расстояние меньше, чем то, которое мы укажем, то мы произведем дальше какое-то действие.
Потому что, к примеру, мы можем указать некое лимитированное расстояние, и тогда, если расстояние до объекта, до точки столкновения будет дальше, то столкновение учитываться не будет. То есть в этом случае не будет считаться, что столкновение произошло. Это тоже очень важный момент. Ну, то есть это увеличивает гибкость того, какие условия должны быть, при каких условиях, что мы хотим получить. А поскольку расстояние – это фактически вектор, вектор – это у нас направление, имеющее какую-то длину, то есть в каком направлении и магнитуда его длина. Поэтому вектор 3, точка, distance – расстояние, и мы должны указать, от чего до чего это расстояние. Transform position, то есть координатная точка в пространстве объекта, из которого луч проецируется. А второй аргумент, до какой точки это расстояние, вот этот вектор. Hits i до этой точки. Мы же для всех проверяем for point. Точка. Вот она, точка столкновения. Теперь знак меньше. Условный оператор меньше, чем что? И мы можем, значит, задать максимальную величину, то есть либо какую-то конкретную, например, на расстоянии там 100. Если вот меньше 100, то тогда дальше у нас ничего выполняться не будет. Не будет никакого столкновения считаться, то есть мы не будем проецировать никакой объект, дальше у нас дело не пойдет. Но вот, например, в данном случае я не знаю, какое может быть расстояние, какое мне понадобится вообще. Поэтому я задам бесконечность. Это математическое, то есть бесконечность это же математическое понятие. Поэтому вот есть такой класс MAF, внутри которого все, что относится к математике, всякие тангенсы, котангенсы и так далее, синусы, косинусы, и в том числе infinity, то есть бесконечность. Вот infinity. Но было бы правильнее выставить это за пределы, вот это вот за пределы, чтобы можно было как-то менять, мало ли какое мы что хотим там задать. Тогда вот чтобы вообще правильнее так запись сделать, указав, что у нас будет некая переменная float с плавающей запятой число. Дробное. И назовем его shortest list, dist. Кратчайшая дистанция. Вот так. А потом скажем, что shortest dist это MAF infinity, бесконечность. И теперь мы можем подставить вот сюда shortest dist. Вот так. А ему присвоено infinity. И вот объявление этой переменной внутри метода. Вот таким образом происходит. Объявили тип переменной, объявили переменную, проинициализировали ее, присвоили ей значение бесконечность. И теперь мы можем использовать его дальше. Нужно не забыть подставить имя. Вот наверняка лазить в скрипт не очень удобно, верно? Поэтому мы можем объявить переменную публичную.
Это будет тип переменный string. String. Название. Строка с названием. Текстовое название. Поэтому string тип. И имя будет ну, например, tag check. Проверка тага. Теперь мы можем взять название этой переменной и подставить вот сюда. Теперь у нас вот здесь будет проверка на tag check. Если соответствует этому имени тег, тогда будет все в порядке. Дальше у нас продолжится действие. Теперь дальше внутри, что мы должны обозначить. Вот такая переменная. Тип raycast hit. Hit use. Используемый hit. Используемое столкновение. Используемый объект, с которым происходит столкновение. New. Raycast hit. Новый хит. Вот с ним уже будет дело происходить. И здесь мы его указываем. Хит. Присваиваем ему, точнее, хит use. Hits. Значит, вот в случае, если эти условия верны для столкновения, то мы вот сюда в hit use отправляем тот, у которого все эти условия выполнились, и производим новый вот этот raycast hit. Далее нам нужно выяснить, какой из объектов, с которым происходит столкновение, какая точка, точнее, ближе к той точке, из которой луч исходит. То есть первая точка, откуда луч идет, и докуда она попадает, вот с теми точками, с которыми пересечется этот луч, какая из них кратчайшая. Нам нужно это выяснить. Поэтому мы для shotTestDist присваиваем новый вектор 3, точнее не новый вектор 3, а проверяем здесь дистанцию между чем и чем. Между трансформом, откуда луч исходит этого объекта, transform position, и после запятой hits. Point. Точка столкновения. Единственное, что здесь было условие, при котором вот такая форма это имеется. А здесь уже для проверка происходит shotTestDistance. Указывается, какое кратчайшее расстояние между ими всеми. Вот. И теперь самое главное. Нам нужно взять transform
объекта ну, например, raycast obj или сокращенно как-нибудь ray obj или hit obj как там его, ну пусть будет ray obj. Вот так. И это вот как раз будет вот этот шарик. То есть мы будем проецировать в точку столкновения луча с объектом наш шарик. А теперь нам нужно сделать условие, при котором мы сможем позиционировать этот шарик. То есть мы взяли его трансформ и теперь можем на него влиять, на этот трансформ, на этот объект из этого скрипта. Значит, что нам нужно сделать? Вначале нам нужно выполнить условие, что мы столкновение обнаружили. Точнее, вот здесь вот нам нужно записать. Ну, где-нибудь здесь, например. Это булево состояние будет. Found hit. Так я его назову. И по умолчанию будет false. Ложно. То есть столкновение в каждом кадре не обнаружилось столкновение. А вот когда все условия у нас выполнены, все у нас замечательно произошло, то found hit мы меняем на true, истина. То есть все. У нас состоялись все условия, при которых мы обнаружили, что да, столкновение произошло. И поменяли его. Значит, если у нас found hit истина, просто вот так записываем, что если да, если found hit true, вот таким вот образом, если нет, то у нас был бы еще флаг вот так. А если да, то что? Мы берем эту переменную нашу transform, берем transform rayObj и меняем его положение в пространстве. Мы этот как бы шарик этот захватили и меняем его position на вот ту точку, которую мы определили, hit use, которую вот мы выяснили, что вот мы ее отдаем отсюда, hit use. Вот, hit use point. Это ее положение в пространстве. Теперь то же самое. Но уже можем повернуть объект. Мы будем использовать rotation. Теперь мы этот шарик можем еще как-то повернуть. Можно этого не делать, но можно повернуть. И будем использовать quaternion. Это такой способ поворота. Quaternion. Ну, так скажем, это вектор, это даже не вектор, это вот у которого есть 4 составляющих. У вектора 3 составляющие, то есть x, y, z, а здесь 4. Вот так, такая хитрая штука. Look rotation. Как мы его повернем?
И возьмем эту точку hit use ее normal. Вот, к примеру, здесь есть normal. То есть у хита, вот raycast hit, у него есть normal. Мы ее можем использовать. Normal — это перпендикуляр поверхности объекта, с которым происходит столкновение. Проще говоря, вот есть объект, с ним столкновение луча происходит, а происходит он на самом деле с поверхностью объекта. И поэтому тот угол, под которым луч попадает на поверхность, он имеет вот некую такую разницу с перпендикуляром, направленным по отношению к поверхности столкновения объекта столкновения. И это нормально. Это называется нормаль, перпендикуляр поверхности. Значит, и вот таким образом у нас квотернион по отношению к этой нормали, лук rotation, куда смотрим, по отношению к нормали. И вот мы присваиваем для поворачиваем, точнее, объект относительно этой нормали, чтобы он прямо постоянно облеплял поверхность этого объекта, с которым сталкивается. Теперь нам нужно повесить этот скрипт на камеру. Сохранили его и повешаем его на камеру. Вот у нас здесь есть теперь несколько переменных. Во-первых, слот RayObj, сюда нужно поместить Transform. Вот у нас есть HitObj. Ну, пусть немножко по-разному называются, это не суть важно. RayObj — тот объект, который должен проецироваться из луча. HitObj, вот он. Теперь он добавлен. И нужно добавить тег тех поверхностей, точнее тех объектов, у которых есть коллайдеры и на которые нам нужно этот объект проецировать, то есть с которыми луч будет сталкиваться, и с которыми мы будем столкновение отслеживать. Мы можем выбрать вот любой объект, например, плоскость, если мы тоже с ней хотим столкновение отслеживать. У нее же есть коллайдер, межколлайдер есть. Хорошо. Значит, вот здесь, вот там, где Transform, в самом начале, вот есть такая строчечка tag. Она у любого объекта в сцене есть. Есть layer, это слой, то есть объекты можно группировать слоями, а можно по тегам. И вот здесь по умолчанию untagged, никакой тег не присвоен. Мы говорим add tag, добавить новый, вот у нас tags, и у нас тут size, и вот элемент 0. Вот если мы туда что-то запишем, вставим, у нас еще дополнительный пустой появится. А сюда мы пишем вот так, например, raycasting. Все. Копируем это название, оно должно точно соответствовать. И подставляем его сюда, вот в main камеру. Tag check. То есть проверка на тег. Если этот тег у объекта есть, значит столкновение будет. Кубику теперь мы можем тоже этот тег подставить. Только мы уже тег создали, вот он raycasting. И вот тут просто нужно выбрать. И все. Теперь всем объектам, которым мы хотим добавить, им можно просто тег выставить. Ну вот, например, мы создадим еще один кубик, 3D Object, куб. У него же тоже коллайдер есть. Вот еще один кубик. Мы его сделаем побольше. Вот так, размерами чуть-чуть. Повернем его как-то. Вот так. И тоже ему зададим тег raycasting. И вот так можем тем объектам, с которыми хотим столкновение отслеживать, задавать теги. Теперь вот у нас какая эта камера есть. Мы ее можем крутить. И запускаем runtime. Так, что нам нужно еще сделать? Так, у HitObject нам теперь больше не понадобится RigidBody. Я его убрал.
у кубика из триггер выставлен, у второго кубика не выставлен, и скрипта нет. А на майн-камере висит raycaster hit pointer скрипт. Так, чек. Все имеется. Все таги расставлены. И теперь можно выбрать камеру и запустить. Runtime. Включить play. Вот кубик подсветился зеленым. Теперь, если мы начнем перемещать нашу камеру, вот, собственно говоря, вот таким вот образом. Вот. И этот шарик к нему липнет. Вот. Теперь к этому липнет. Но по поверхности сферы не перемещается. Почему не перемещается? Потому что для плена не выставлен этот тег raycasting. То есть с ним столкновение не рассчитывается. А вот теперь рассчитывается. Теперь этот шарик спокойненько у нас путешествует по поверхности сцены, по поверхности объекта. Вот, единственное, не рассчитывается по триггеру столкновения. И поэтому все-таки на вот этом, на нашем шарике должен rigidbody находиться. Вот. Тогда столкновение будет рассчитываться. То есть вот включаем. И теперь вот таким вот образом. То есть шарик путешествует по всем объектам. Причем, если вот его сейчас выбрать, вот он относительно нормали как раз хорошо очень ориентируется. То есть он не только перемещается по поверхности объекта, но он еще и позиционируется, вращается вокруг поверхности. И отслеживается столкновение. Вот видно, сколько их растет в консоли. Вот так, может быть, будет виднее. TextureWare. Вот, что у шарика полюс, вот он меняет положение. Вот так виднее. Единственное, что остается сделать, это убрать межрендерер, то есть просто отключить его, оставив только коллайдер. Ну и если мы вот уменьшаем размеры объекта, то есть такой маленький, мы ж не знаем там, какой размер будет у объектов, с которыми будет происходить взаимодействие луча. То есть он может сразу ухватить, например, два объекта, а оба будут интерактивными. Нам это не нужно. Поэтому какой-то вот размер может быть не очень большой. Там, к примеру, 0.2, 0.2, 0.2, какой-то вот такой. И межрендерер мы отключаем. Вот так это теперь будет выглядеть. Вот, как только объект попал в центральную точку, то есть он ровно по центру камеры находится, с ним происходит взаимодействие. То есть получается, что мы на него смотрим. Ну и теперь самое главное, что вот скрипт, который находится на объекте, обеспечивает интерактивность. То есть у нас есть камера, у нас есть объект, который проецируется по лучу на все другие объекты для интерактивности. Hit object.
И у нас есть объекты, имеющие какую-то интерактивность, какой-то контент, который должен, ну, например, анимация должна какая-то включиться, или должно какое-то меню появиться. То есть много чего может происходить. Или, к примеру, там, не знаю, поменяется какая-то игровая ситуация, дверь откроется, там, я не знаю, или ящик стола выползет и оттуда что-то вывалится. Все что угодно. Или, например, вы навели на какой-то объект, и плюс у вас другие имеются элементы управления, например, геймпад какой-нибудь USB-шный для мобильного устройства, который, вот, например, в комплекте с Fibrom поставляется. И тогда вы можете уже кликать по кнопке, наведя на объект. То есть условия будут выполняться при двух соответствиях, что у вас по триггеру произошло какое-то действие, и при нажатии кнопки на джойстике, что должно произойти. Например, открыть меню этого объекта, чтобы выбрать, что с ним дальше делать, к примеру. Ну или, к примеру, после наведения на объект нужно подождать какое-то время, например, 3 секунды, чтобы что-то произошло. 3-4 секунды вполне достаточно, чтобы взгляд убрать с объекта. То есть вы можете скользить тогда по объектам, по всем, но только в том случае, если вы сконцентрировались, сосредоточились на объекте, удержали на нем свое внимание на 3 или 4 секунды, что-то должно произойти. А в этом случае что? В этом случае корутины. Мы их тоже рассматривали. То есть как отложить какое-то событие во времени. Нужно подождать, wait for seconds, 3 или 4 секунды. Как пример. Видимо, сразу имеет смысл это как раз сделать. А проверять мы будем по условию. Это, ну, сделаем публичную. Булевую переменную будет называться is triggerInter. Ну, например, вот так. Или is triggered. Вот так. И создадим и нумератор. Назовем его стартер. Что у нас тут будет происходить? Во-первых, это будет цикл. While. И все будет происходить в цикле. Стоп. Значит, здесь должно быть условие. А вот здесь сам цикл. И вот так будет выглядеть условие. Вар не подставил. Вот так. И первое, что нужно сделать, yield инструкция, yield return new wait for seconds. Сколько-то там секунд. Например, 3 секунды. Ну или, например, сразу указать публичную переменную float или вот так word for time и уже ее подставлять. Так будет правильнее, потому что я не знаю, сколько секунд понадобится. 2, 3, 4, 5. Разные ситуации могут быть.
Теперь после этого мы можем запустить что? If, если условие если is triggered, то, например, renderer material color color yellow. А если is triggered не будет true, точнее false, будет false, то мы выходим yield break. Ну и, собственно говоря, после того, как мы выполнили корутину, мы тоже из нее выходим. Мы ее останавливаем. И теперь нам нужно подставить флаг true is triggered, да, потому что мы в триггер вошли. А когда мы выходим из триггера, мы отключаем флаг false. Так, интересно, что получилось. Проверяем. Так, смотрим, почему ничего не происходит. Is triggered, потому что мы не стартовали корутину. Да, скорее всего поэтому, потому что мы, когда заходим в триггер, сейчас у нас корутины нигде не стартуют. Поэтому нам ее где-то нужно стартовать, и, судя по всему, вот здесь. После того, как мы triggered выставили true, здесь же мы start корутина. Starter. Вот мы ее здесь запускаем. Посмотрим, что изменилось. Наводим на объект. Запустилось сразу. Так. Не хотел я такого. Почему? Смотрим. Wait for time 0. Поставим 3. Вот. А вот так я хотел. Через 3 секунды кубик становится желтым. Как мы только убираем, он снова возвращается к зеленому цвету. То есть вот мы можем случайно, блуждая, натыкаться на какие-то объекты. Но если мы на кубик посмотрели, и 3 секунды прошло, то он должен стать желтым. Вот он стал желтым. Три секунды прошло, он стал желтым. Но если мы успеваем убрать, то флаг записывается на кубе из triggered false. То есть, вот, к примеру, сейчас, если залочить в инспекторе, поставить замочек на этом объекте, то смотрим. Вот мы на него указываем. Он стал желтым. Вот мы убираем с него взгляд.
Галочка отключилась. Как только мы галочку навели, 3 секунды прошло, галочка активна, стал желтым. Убрали, галочка неактивна. Или если успели убрать, то он желтым не станет. Вот он сейчас стал желтым. Успел. Таким образом, вот здесь в стартере, как только вот что-то происходит при изменении желтого цвета, вот здесь мы можем стартовать какие-то другие вещи. К примеру, какой-то новый метод, анимация, что-то еще. Поэтому здесь даже можем пометить на будущее debug log, выставить, что здесь Now start. То есть что-то у нас здесь стартовало теперь. Вот, консоль пустая. Now и start. Что-то стартовало. Что-то может стартовать. Все что угодно. Например, интерфейс мы можем включить. Мы можем деактивированный интерфейс активировать, и у конкретного объекта будет своя панелька управления, с которой можно будет чем-то управлять. Либо мы можем запустить какую-то анимацию. Вот здесь. То есть, если мы отсюда можем запустить одну анимацию, здесь можем запустить какую-то другую. Или вообще что-то поменять. То есть, ну вот примерно таким образом действовать. Либо, например, мы даже можем какой-то счетчик поставить и использовать несколько корутин. То есть при каждом выходе из объекта будет наматываться некий счетчик, по которому в какой раз мы смотрим, вот что-то происходит. Таким образом, создавая ветвление какое-то, рандомно, например, можно тоже стартовать разные корутины. А соответственно разные какие-то игровые события. То есть здесь у нас теперь уже начинается часть, которая называется игровые механики или юзабилити. То есть юзабилити тоже к этому относится, как мы используем интерактивные механики. И теперь можно после вот всего этого, что мы сделали, теперь можно уже начинать идти в сторону виртуальной реальности, то есть начать уже часть, связанную с виртуальной реальностью, использовать SDK для виртуальной реальности, для мобильных приложений, и использовать вот все то, что мы сделали, например, вот в этом текущем видео, Raycaster Head Pointer и интерактивность. Вот эти два скрипта, мы можем уже начинать их использовать в виртуальной реальности, в приложении, создавая какую-то механику игровых событий.